Сняла масочку, кстати, видите, лицо красноватое, потому что чистила, и ничего, ни крема никакого не наносила, побрызгала, вот это мне очень нравится, ихней водички, душистая вода, вот такая в этот раз у меня с лемонграссом, в прошлый раз, я не помню, у меня было чайное дерево и, по-моему, лимон, или, а, не, мята была, точно, чайное дерево, по-моему, нет, а я еще хотела лимон в этот раз взять, и мята. Или мяту хотела. Ну, короче, я люблю такие запахи. Лемонграсс вообще шикарный запах. Мне понравился. Класс. Доброе утро. Собираюсь на занятия. Сегодня практика. Ой, очень хорошо. Прям рада, что отменила. Я уже, ну, перестала ходить на массажи. Я 10 отходила и все. Я бы больше походила. Но сложились обстоятельства с учебой. И... тут мое здоровье, слава богу, прям как чувствовала женское, да, поэтому лучше, слава богу. Так, мне и так сегодня хватит совпадений этих ужасных. Я, муж уже уехал в командировку, вот, я с утра уже приготовила крылья, сейчас покажу. Так, муж у меня завтракал яйцами, 3 яйца, грибы, шампиньоны и... огурчик и 2 кусочка сыра фета. Значит, я сварила макарошки, спагетти и пожарила уже в духовке крылья. Знаете, вот супер жарить все все-таки в духовке. Как бы она ни пачкалась, как бы там ни было, но в духовке жарить намного чище, проще, не так заванивается квартира, нежели на сковородке. Такие крылышки. Вот, тем более у меня есть клюквенный соус. Виталинка обожает с клюквенным соусом. Сын придет с работы сейчас с утра, с ночной тоже. Я просто буду спокойна, что есть в доме еда. Тут у меня еще котлетки. Здесь вчерашняя рыбка осталась, я сейчас позавтракаю. Все, надо ускоряться. Надо ускоряться, потому что могу не успеть. Себе взяла грибочки и 1 котлетку с собой. Все, мне надо идти фенить голову, краситься. Собираемся. Ежульку вывести. Надо скотча. Вероничка вчера забрала. Поздно пришла. Жалко мальчика. Да, и дождь у нас, конечно же, начался. Ой, и походу целый день будет такое. Я, конечно, сонная муха в такую погоду. Вообще, еще и с этими делами. Вообще, прям все звезды сошлись. Ой. Такую погоду мне надо лежать. К сожалению. Так, все, бегу. На метро опаздываю уже, капец. Чуть-чуть опоздала, уже подхожу. И тут только что у девушки собака перелезла в дырочку забора. Она стоит за забором и выйти не может. Я говорю, вам помочь? Она говорит, а вы можете взять через забор рулетку с собакой? А я выйду через калитку. Вот. Так я хекаю, потому что тут все время в гору. Я очень быстро иду, я уже вся мокрая. Так что, походу, еще людям подмогаем, если можем. Так. Так, вышла с эпиляции. Сегодня такая вот. Сделала все, что планировала. Просто какой-то капец сегодня день. Вообще. Фух, без задних ног девочки шла. Я уже спала по дороге, пока шла на эпиляцию. Хорошо, что тут с вокзальной на какой-то метро. Политехнический институт. Очень близко. 1 остановка. Я думаю, тут можно было и не через метро ехать. Сейчас хочу зайти померить магазин кофту, там скидки, Лена комбинат. Сейчас зайду померяю, футболка мне там понравилась, сейчас пойду померяю, чтобы успокоиться.
центр. Сейчас иду в магазин, буду мерить. Так, вот такой вот кофта теплая. Она зеленая в жизни, ярко. Такая голубая. Футболка. И две бежевых разных размеров. И одна белая такая базовая. Сейчас буду мерить. Так, девочки, так вот смотрится. Вроде неплохо, но оно короче, да. Там есть такой без надписи, но меньше размером. Видите, рука вот такой вот. Цвет другой в жизни. Тут на камере какой-то синий. Угу. Зеленый, травяной. Не знаю, тут будет подниматься рука. И вот зимой подниматься вот так вот кофта. Потому что из-за рукава пошива. И вот это сильно плотно. Вот сейчас посмотрю. Это вторая. Мне это больше нравится, но это М-ка. Если была Л-ка, я бы взяла. Вот и лучше рукавчик. Видите, они такой занижены. Но М-ка нет. Слишком. Хотя муж бы сказал брать, ему бы понравилось. Мне не очень. Дальше меряю. Так, такая футболочка. Алечка, ну у нее тоже, видите, рука такой вот занижена. Неплохая. Качество у нее классное. Она такая рысочка. Чехол заказала новый. Так, в этой рукавчик, видите, вот такой вот. Я взяла Эльку, взяла Эксельку. Вот такое. Не впечатлило. А вот это вообще нет однозначно. Мало того, что она длинная, даже если она была короткая, тут она никакая. На вешалке она смотрится вау. В жизни мне не нравится. Домой у меня 1%, сейчас телефон вырубится. У меня есть портативка с собой, но я уже не хочу в рюкзак лезть за шнуром. У меня очень много в рюкзаке, там забито все. Вот. Во вторник следующее занятие, уже практика опять будет. Вот, и я надо придумать какую-то сумку. У меня есть пару сумок, я тоже не знаю, на сумке. На плече я так отвыкла носить, тоже тяжело будет. Рюкзак то на плечи одел, но некрасиво выглядишь, чисто вот по красоте, если смотреть, то некрасиво. Вообще не люблю рюкзаки. Когда он еще такой плоскенький, там, когда я носила одно полотенце, да, туда. Пришла, плохо видно, потому что уже темно. Вот, хочу показать, что купила, потому что сейчас меня ждут тут 4 глаза. Нет, Ника, не надо. Нику не разрешаю, потому что сильно ноги обдирает. У нее когти такие. Жулик, иди ко мне. Иди. Ника, на место! Я уже тебя трогала. Вот. Ника, она становится задними лапами. И вот так драть начинает ноги. Вот так обхватывает их вот так лапами. Ужасно. Да, твой любимый пармезан. Пармезан, мой любимый хамон. Да, вот. Да, мы такие собаки любимые.
Да. Ну, такие вот очень собаки любимые. Так соскучились у мамы. Ничто не знает, как мы скучали. Да. Да, потрогаю. Прошла припухлость от клеща. Ну, чуть-чуть еще есть. Так, интересные покупочки. Так, взяла еще две баночки стручкового этого перца на стойке на спирту. Значит, почитала, для чего еще его используют при невралгиях, при радикулитах. Короче, при всяких вот таких, там, где согреваться надо. Вот. И там, где надо, чтобы попекло чуть-чуть, стимулировать там. Вот, для волос я уже рассказывала в прошлом влоге, кто не видел, классный лайфхак. Вот, значит, настойка перца у нас по 20 с чем-то гривен, но не везде в аптеках она есть. Следующая на вокзале, там магазинчик был с сырами по 527 гривен, сыр пармезан, вот такой вот настоящий, твердючий он. Вот, я еще люблю, он такой с крупинками. Я хочу. Я не хочу его резать. У меня руки грязные. Тут кусочки поотпадали. Попробуем. Сейчас тебе дам. Ня. Жуля любит пармезан. Ника, на. Оп. А Ника, как всегда, все мимо. Да. Классно. Да, 200 гривен, представляете? Дальше мы пьем, вот, пошла в аптеку покупать экстракт артишока Виталине. И решила пропить его с мужем тоже. Достала, думаю, ни хрена себе капсулки для ребенка. А в аптеке меня даже не спросили, какой нужен. Вот, блин, дурочка попалась, фармацевт. Я Виталине даю. Вот. А потом зашла почитать в интернет, оказывается, есть 300 миллиграмм, а есть 100 миллиграмм. И для детей надо 100 миллиграмм. Вот, смотрите, какие капсулки. Я взяла 3 упаковочки и как раз на 10 дней пропить. Желчь надо погонять ей. Мы, тем более, глисты прогнали, а когда гоняешь глисты, желчь гонять надо обязательно. Себе с мужем взяла, продолжим еще пить, потому что одна пачка — это как минимум на одного человека. Еще с мужем пропьем артишочек. Так. И наконец-то я себя побаловала чем-то интересным. Девочки, зашла в Еву на этом, боже, университет, арсенальная, вокзальная, все в голове перегрето. Политехнический институт. Так тяжело мне запомнить это. И взяла вот такую тушь. Это Эвелайн. Вот, я Эвелайн люблю. Фирма вообще у них, ну, у них хорошая, в принципе, продукция. Много чего классное. Это кутикулы крем. Еще какая-то тушь у них была. Черная такая, в черной упаковке, черно-розовая, классная. Короче, я эту тушь не пробовала. Была серебряная и золотая. Серебряная удлиняющая. О, косточку с хамона. Собачья косточка с хамона. Ну, хамон, нога вот эта и косточка. Боже, у меня под глазами такое ощущение, что все черное. Оно нормальное просто. Так тень падает. Короче, серебряная удлиняющая. Боже, слава богу, черная. Это я только раздуплилась, что я не посмотрела цвет. Так, серебряная упаковка удлиняющая, а это увеличивающая объем, объемная. Вот, ну не знаю, сначала хотела удлиняющую, потом подумала, у меня и так вроде ресницы длинные, в принципе, объемные. Не знаю, взяла вот такая кисточка, я люблю силиконовые кисточки, давно-давно, когда они еще в Эйвоне, знаете, появились, такая большая была. Не помню, как она называлась. Тушь 2000, что-то там, по-моему, или нет. Так, и магазин как-то называется у нас открылся на Петровке, вернее, по Чайно. Выгодная покупка, магазин.
Но он не так называется, невыгодная покупка называется. Он не бонус, а о, Аврора, по-моему. По-моему, Аврора. Зашла и подофигела, честно говоря. Вот такая кукумбер масочка очень классная. Очень. У меня уже она там стоит, закончилась давно, но я там еще капулька есть, я ее берегу. Очень крутая маска, вообще обалденная. Она печет, сразу говорю, на лице. Но кожа от нее офигенная. Матирует она классно. Сужает поры. И очень-очень круто убирает все вот воспаления, покраснения для нормальной, склонной к жирности кожи. Матирующий эффект на основе белой глины. Вот такая масочка. Значит, цена у нее... Вообще меня удивило. Маска минеральная Доктор Санте. Тоже хорошая фирма, люблю. 49 гривен. Она на мейкапе, по-моему, 60 стоит. Она, ну, вообще, я в некоторых магазинах по 80 видела. Вот, я хотела на мейкапе делать заказ. Я там накидала кое-что в корзину. Но, знаете, на мейкапе дороговастенько. И еще одна покупочка из этой же серии. Удивительно, что тоже с огурцом, тоже написано для нормальной склонной к жирности кожи, вот тут на английском. Но я читала отзывы за этот крем, очень хорошие, поэтому я его взяла. Стоил он 69 гривен. Вот, кремы под глазки я очень люблю, у меня их должно быть много. Я их очень много наношу и... часто пользуюсь ими. Летом даже, когда вот сейчас придет жара, я перестану пользоваться кремами для лица. Но кремы под глаза у меня остаются. Я считаю, это очень важная зона для женщины. И круто очень. Прямо очень-очень. Вот. Ну, я думаю, упаковочка ничего особенного. Так вот он тут вложенный, чтобы не тарахтел. Сейчас пойдем гулять, да, жулик? Опа, что маме там говорить такое? Ну, такой кремчик, как все, под глазки. Такой длинненький кончик там, да, ну, как всегда. Вот. Я уже... Пахнет, по-моему, как маска. Я уже хочу попробовать. Еще есть из этой серии скраб, но там не было. Он тоже хороший, но я на скраб не хочу тратиться. Потому что скраб можно соду сделать, можно соль сделать. Либо же купить подешевле. Так. Экстракт огурца надає свежести, тонизує, прибирає темні кола та вирівнює тон. Алантеїн заспокоює шкіру. Витал ед, снимаю почервонение. Что за витал? Разглаживание дрібних зморшок, антиоксидантный захист. Я читала, что люди, которые пользовались там какими-то кремами подороже, намного подороже, прямо говорят, что этот прямо чуть ли не наравне. Ну, посмотрим. Вот, взяла, попробуем. У меня уже заканчивается там только за эти два крема у меня новых. Вот, один с эвкалиптом, он липкий. Я его только увидели, как маску наношу, либо же что это в Еве. А, тушь 118 гривен стоила. Да. Хорошая цена, я думаю. А тушь, кстати, я тоже вот такую уже плана на майкапе кидала в корзину. Вот. Тоже она там 100 с чем-то гривен. И отлично, в Еве купила. Супер. Что я хотела еще сказать? Девочки, так устала. Сил нет вообще никаких. Целый день на ногах. Не отдыхала, плохо ела, почти не пила. Еще эти дни все время бегала на нервах. Меняла памперс.
Вот, так что очень устала. Буду ложиться спать. И у нас, кстати, крутая новость. У нас детей выводят в школу на полное обучение. Боже мой, под конец года. Дебилы. Ой. И во вторую смену. Но я надеюсь, что вторая смена не до 5 вечера будет. Потому что, блин, как теперь у нас будет занятие, я не знаю. Теперь, наверное, английский у нас сместится, наверное, на первую половину дня. Как нам с боксом быть, я не знаю. А с занятиями рисования и... Ладно, благо, что это под конец года. Тут не так много рисования. Скоро и компьютерная графика закончится. Вот они, май, до конца мая. Ну, в принципе, и школа также. Ладно, как-нибудь прорвемся. Вот. Вот такие новости, девочки. Все, я выключаюсь. Не знаю, что там, наверное, влога сегодняшнего, завтра я не выставлю, потому что нечего. Я почти ничего не снимала. Вот. Очень хочется показать вам, где я учусь. Ну, наверное, я пока приняла решение для себя. Все-таки нет. Хотелось бы, да, для девочек быть открытой, которые меня смотрят, для нормальных. Но очень много ненормальных, которые обсирают, обсуждают, какие-то адости говорят. И я пока в себе не уверена на 100%. Когда я уже буду уверена, когда я уже буду, возможно, работать, пойду. Может быть и нет, может и не пойду. Но, короче, когда захочу, расскажу. Когда буду готова к этому. Пока нет, не хочу. Да, Пума. Живот разболелся. Все. Я так рада, что я завтра смогу просто валяться полдня. Девочки, вы не представляете. Я завтра буду валяться до обеда, наверное, точно. Потому что завтра нам идти с Виталиной на занятие аж на 16:30. Вот. И я буду завтра отдыхать. Очень устала. Еще я соскучилась за Львовом. Хочу во Львов. Ой, все. Всем пока. Да, и там, кстати, написали мне. Ну, часто этот вопрос проскальзывает. Я как бы на него не обижаюсь, но я не понимаю его, честно. Не вопрос, а вообще этот комментарий по поводу того, что зачем я снимаю себя в маске, там, с зализанной головой, показываю, потому что я показываю то, чем я пользуюсь, то, как я ухаживаю за собой, то, что я наношу на волосы, делюсь какими-то лайфхаками, какими-то интересными моментами. Вот, уже, ну, не нравится, ну, проматывайте, неприятно, не смотрите. Перед мужем, причем здесь муж и видео? Почему вы все, ну, почему все время приравнивается муж, мама, дети к видео? Причем здесь это? Это отдельная жизнь, это отдельная страничка в моей жизни. Это личное мое дело. Вот, ну, то есть, причем здесь моя семья к каналу на Ютубе? Причем, я не понимаю. И вопрос, не вопрос, а все время очень часто пишут, что я себя голой снимаю. Где? В каком месте? Ну вот сейчас я стою. С чего вы решили, что я голая? Из-за того, что у меня плечи видно. А платья такие никто не носит, нет? Топики вот такие вот без шлейф никто не носит. Маечки такие вот, нет? Никто не задумывается о том, что я спускаю
для того, чтобы не запачкать маской, например. Ну, то есть можно думать все, что угодно. Каждый думает, как хочет. Ну, то есть, просто, может быть, кому-то непонятно, да, я объясняю, для меня тоже непонятно. Просто очень часто этот комментарий, когда я вот в таком виде снимаю себя, что я голая. Ну, я не голая. Ну, кто вам сказал, что я голая? По крайней мере, ну, для себя я не голая. Во-вторых, даже если я голая, вы же меня не видите голая, вы видите мои плечи только. Есть такие кофты, такая одежда, такое белье. То есть я не вижу себя голой, и вы себя не видите. И я, вернее, и вы меня не видите голой. То, что плечи, ну так плечи что? Не запрещено. У нас на телевидении с такими открытыми плечами выступают. Кстати, смотрю, плечи у меня ничего. Вот. Так что не знаю. Для меня нормально. Перед мужем, муж это другое. Понимаете? Это другое. Ну, я не могу объяснить нюансы. Вот. А канал это совершенно другое. Вот. И многие, ну, очень многие смотрят и благодарят меня за то, что я показываю, то, чем я пользуюсь. Так, намазала я эту масочку, которую купила. Только я эту новую еще не открывала. Вот у меня, смотрите, какая потрепанная. Вообще в убитейшем состоянии. Но еще есть. Еще не закончилась. И нанесла под глазки эвкалиптовый этот гельчик. О, почему я его эвкалиптовым называю? Шалфей. Гель для кожи вокруг глаз склонной к отечности. Экстракт шалфея с витаминами В5. Мне, кстати, вот эта Зая продукция не очень. Вот. Так, я сейчас иду в душ. Я хочу помыться хорошо с мочалкой, потому что я когда целый день вот это вот лазила, знаете, где попала, работала и все такое, то хочется помыться. Я вообще ненавижу целый день ходить в одной одежде. Этот кремчик обязательно нанесу под глазки. Сейчас. После того, как приму душ, вытру места, где проэпилировались. У меня закончился салициловый спирт. Поэтому левомицетиновым спиртом протру, там, где была эпиляция. И нанесу экстракт стручкового красного перца в кожу головы вотру. Все. После маски, не знаю, нанесу, посмотрю. А, мне ничего сегодня нельзя наносить. Левомицетиновый только спирт нанесу. Все. Вот. С собаками погуляла, лапы им помыла, собак покормила. Все, сейчас душ и спать. Я уже просто валюсь. Ну, кстати, глазки гельчик впитывают хорошо. Все кремы, которые вам не подходят, вы можете использовать как маски. Так, все, теперь точно все. Увидимся завтра. Всем пока.